Так, сборка МЗ потихонечку идет. Значит, собрал вот такие вот диски. Вот они покрасились у меня. Вот, наконечники. И собираю вот на такие маленькие болтики. Хотел сделать гаечками вперед, но, к сожалению, длины болтов не хватает. Большего размера ставить, я считаю, что на этот масштаб, ну, будет не копейно. Ну, как говорится, издалека не сильно видно, что там винтик или гаечка. Я решил все-таки оставить так. Вот, и хотел я, значит, сейчас показать вам, значит, что у нас идет в комплекте поставки с нашей резиной. Давайте сейчас с вами соберем, значит, правую сторону. Вот они, значит, наши покрышки. Сейчас мы вставляем поролон из комплекта поставки. Спасибо, кстати, Слава заморочился еще и поролоном, сразу заказал. Вставляем, и покрышка уже стала пошире, покрасивее. Вот, и одеваем наш диск. В будущем диск, наверное, будет зажиматься, а сейчас я решил не заморачиваться и просто натянем. Я думаю, что вес небольшой, они и так никуда не должны деться. Ну вот, если, конечно, уже будут соскакивать, ну тогда или напечатаем вовнутрь кольцо, которое будет стоять, чтобы покрышка вовнутрь не сдавливалась, и как бы блоком уже соединим. Так. Вот такое колесо получается. Размер, как положено, в масштабе 1:16. И у нас есть еще сюда наконечничек, который будет закрывать болтик и уже давать нам завершенный вид. Вот, сейчас я, наверное, соберу еще одно колесо. И уже прикину, посмотрим, как они будут смотреться. Сейчас, наверное, задние поставлю, чтобы уже понимание вида у нас с вами было. Ну вот, предварительно, значит, как это колесики будут смотреться. Вот, собираю все оставшееся. Не буду ничего показывать. Потом посмотрим уже в ближайшем видео, как это смотрится уже на улице, как он едет, как зацеп. Так что подписывайтесь на канал. Ну и ждем тестов. Так, доделываем Урал. Копийные колеса. Вот. Резина, все, ну полностью. Вот силиконовенькие, такие мягенькие, классные. Единственное, что МЗ неправильно сделан по своей базе. Переднее колесо находится очень далеко от крыла. Тут, видите, совсем другое расстояние. И задние колеса очень широко между собой. Я распечатал вот такую схему. Полностью с размерами посчитал в 16 масштабе. Вот сейчас буду мерить до центров и двигать, значит, мосты. Как это будет выглядеть, пока не знаю, но будем делать. Пока что вид вот такой, мне не особо нравится. Сейчас надо будет доделать заглушки на все стороны. Здесь немножечко
когда печаталась, поддержка осталась. Вот, сейчас я ее сверлышком подсверлю, а то упирается в болтики. И ставлю заглушки на все колеса. Значит, что мы делаем первым делом? От бампера до центра колеса у нас должно получиться 78 миллиметров. У нас 66. Так что мы просто берем и двигаем колесо вовнутрь, либо кабину вперед. Сейчас будем мерить. Дальше. Между передним и задним 200, и средним 220. Прикладываем, меряем. Всего лишь 202. Так что сейчас подвину, наверное, кабину вперед. Не знаю, сейчас буду смотреть. И будем смотреть. Так, и дальше. Между задними колесами 87,5. Кстати, вот тут, как ни странно, тут все сходится. Все совпадает. А дело в том, что эти покрышки идут под ВПЛовский Урал. А он в 18 масштабе. Поэтому они чуть-чуть меньше. Для 16 они маловаты. Значит, что мы будем делать? Скорее всего, кабину. Ее легче, наверное, подвину вперед. И задний мост придвину. Вот средний мост придвину к заднему. Так, немножко повозился еще сегодня. Смотрим, значит, что у нас получается. Здесь кабина уже как по чертежам, поуже, здесь чуть выше над крылом. Колесо ближе к заднему крылу идет, чем по центру. Далее, задние колеса тоже сдвинул, сделал не как на 16 масштабе, вот, из-за того, что покрышки поменьше, вот, размера, получается, что тут зазорчик чуть побольше. Тут увеличил, значит, бак перенес. Но бак, опять же, видите, маловат. Я такой же бак еще отпилю и сюда приклею, прикручу, сделаю. Здесь, в принципе, ящичек тоже самое, все нормально. Вот, с обратной стороны у нас колесо. Здесь будет еще один инструментальный ящик. У меня тут какой-то был маленький. Ну, так, грубо говоря, образно. Какой-то вот тут ящичек будет еще. Ну, потом посмотрим по красоте, что было. И еще. А вот здесь у него тоже в оригинале ящик. Как бы полподножки ящик. Не знаю. Сюда тоже что-то, наверное, я приклею. Не знаю, как это будет выглядеть. Ну, это, как говорится, будущее. Запаску закрепил. Все. Здесь она вот такая же полностью. На такой же резине. Вот. А кузов? Кузов будет пилиться. По картинке. По картинке, видите, первая перекладина идет, грубо говоря, на уровне практически с диском, как у нас. Видите, практически с диском. Но следующая перекладина идет уже по центру колеса, а у нас она вот здесь за колесом. Соответственно, вот здесь я буду распиливать и вставлять такой же кусок. У меня два таких кузова есть. И получается то, что когда она сюда сдвинется, у нас совпадет и задняя часть тоже по краю с колесом. И увеличится длина. И вот тогда этот кузов уже будет идеально. Так что пока что вот так. Пока что это вот такой вот Урал. В принципе, мне он уже так нравится. Здесь двухступка. Это МЗ. Вот. Так что единственное, что возможно, я еще потом опять же переделаю его на ВПЛовскую подвеску.
И, соответственно, колесики еще чуть-чуть будут поближе, и будет вообще классненько. И плюс кузов еще вот так вот приподнимется, и появятся брызговички. Опять назад я их верну, я их открутил, чтобы они меня сейчас не смущали. Вот так вот. Ну все. Пока что в сторону.